Природа – это непредсказуемая стихия. Никогда не знаешь, что может случиться завтра или через неделю. Всего пару дней назад Гавайи были тихим райским уголком, который был привлекателен для любого туриста. Но сегодня из-за извержения вулкана они превратились в землю, покрытую пеплом и горящей лавой. Остров буквально пронизан трещинами, из которых сочится магма. Активное извержение вулкана Килауэа, которое продолжается с начала мая, может привести к разрушению или расколу островов. Поток лавы продолжает движение к океану, уничтожая дома и машины. Однако уровень лавы в самом вулкане снизился, что повышает вероятность фреатического взрыва, молниеносного испарения подземных вод, вступивших в контакт с раскаленной магмой. Спрогнозировать, когда произойдет взрыв и какова будет его мощность, крайне сложно. По одному из худших сценариев, взрыв будет такой силы, что расколет этот остров и соседние островки на множество частей. Должностные лица гражданской обороны приказали людям эвакуироваться и быть готовым к выбросам газов и разбрызгиванию лавы. Это почти постоянный рев, похожий на взлет Боинга 747, чередующийся оглушительными взрывами, сказал 64-летний Марк Клоусон, который живет на горе недалеко от последней трещины. Специалист гавайской вулканической обсерватории Тина Нил сказала, что проблема на Гавайях заключается в том, что подземная магма может прорваться на поверхность в больших, быстро движущихся волнах лавы. Поток лавы также может принести с собой более высокий уровень токсичных газов, а также вулканический смог. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о национальной катастрофе. Геологи заявили, что создаются условия, которые являются основаниями для крупного извержения в течение нескольких часов или дней. А теперь задумайтесь, мы ли главные над природой или она над нами? Ведь природа обладает могущественной силой, которая способна уничтожить все человечество за несколько часов. Надо беречь природу и понимать, что далеко не мы главные в этом мире. Ну а с вами был канал Бородач, и я не прощаюсь.